такие долгие паузы, они немножко, конечно, тонус команды немножко теряется в эти две недели. Игроки всегда хотят больше играть, да, чем тренироваться. Это естественное желание всех футболистов. Поэтому мы понимаем, что две недели... Здесь есть свои плюсы, есть свои минусы. Плюс в том, что все-таки травмированные вернутся в строй. И немножко есть возможность перезагрузиться после этой неудачной серии из трех игр наших. Но есть и свои минусы. Все равно игровой тонус теряется. И столь длительный период, он немножко без игровой практики теряется тонус у футболистов, и это может сказаться на результате. Ну, игроки, конечно, находятся в немножко подавленном состоянии. Хочется выигрывать, набирать очки, идти вверх в турнирной таблице. В данный момент нам после этих трех игр немножко не повезло, неудачная серия, но я думаю, что игроки реагируют достойно. Они в тренировочном процессе выкладываются на все 100%, поэтому я думаю, что тот труд, который они показывают на тренировках, он воплотится и в результат тоже в дальнейших играх. У нас свои определенные локальные задачи стоят на концовку чемпионата. Конечно, нам предстоит провести три тяжелейших матча, из них два выездных, и это вдвойне тяжело. Причем выезды такие дальние, да, так скажем, и Витебск дальний выезд, и Бобруйск тоже не близко. Поэтому мы будем во всеоружии готовиться к этим трем играм. Это уже... Ну, предстоит тяжелый матч, как я сказал, тяжелые матчи. И мы хотим в этих матчах и будем играть на победу. Поэтому, чтобы достойно закончить чемпионат, нам надо выигрывать три оставшихся матча.